приветствуем вас, дорогие садоводы! У вас на участке есть газон? То мы советуем вам в весенне-летний период, а лучше при первой всхожести, проводить подкормку травы. Мы используем газонное удобрение фирмы Гера, в состав которого входит полный набор питательных веществ для роста наземной части травы, укрепления корневой системы и улучшения декоративных свойств. Достаточно 30 грамм на 1 квадратный метр участка. Это приблизительно 1 столовая ложка удобрения для квадратного метра. Следует равномерно разбросать по поверхности в избежание пятен на газоне. Далее обильно полейте почву. Используйте удобрение, и ваш газон будет всегда густым и ярко-зеленым. Подписывайтесь на наш канал и смотрите полезные советы.